В траве сидел кузнечик размером с огуречек. Зелененький он был. Именно так выглядит настоящий кузнечик из детской песенки. Они могут достигать 45 мм в длину, с плотным внешним скелетом и мощными задними лапами. А та мелочь, которую вы ловили в детстве, скорее всего, обыкновенные кобылки. Представьте себе, сейчас он заживо поедает одну из них. Но настало время отвлечься от трапезы. На горизонте замаячил искусный боец-богомол, который, вероятно, претендует поделить поровну чужое. Битва происходит почти мгновенно. Поняв, что кузнец ест не одну лишь травку, богомол отступает. Размяв свой экзоскелет, кузнечик возвращается к еще живой кобылке, от которой осталась только коп. Хорошо, что она недалеко успела удрать.